Несмотря на то, что весна в этом году поздняя, май отличился достаточно высокими температурами. Все растения распустились просто на глазах, а это добавило работы службам благоустройства. Служба благоустройства на данный момент выполняет работы по благоустройству территории города. Мы выполняем работы по покосу травы. Сегодня приступили к работам по посадке цветов. Также очищаем парковые зоны и ежедневно выполняем работы по очистке автомобильных магистраль города. Через несколько дней, когда цветы примутся, клумбы расцветут и украсят улицы нашего города.